В межмуниципальный отдел МВД России Георгиевский поступило заявление по факту порчи имущества на местном рынке. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что ночью двое молодых людей, находясь на территории рынка, с помощью самодельной биты разбили стекла постового помещения, торгового павильона и рекламный световой короб банкомата. Сумма причиненного ущерба составила около 40 тысяч рублей. При проведении комплекса оперативных мероприятий участковыми уполномоченными полиции молодые люди, причастные к совершению данного происшествия, задержаны и доставлены в отдел полиции. В ходе следствия сотрудниками отдела дознания изъято вещественное доказательство – бита, которую один из подозреваемых после совершения преступления попытался сжечь. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проверяют молодых людей на причастность к аналогичным преступлениям на территории города Георгиевска.